Хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World 2.5 на самолете M2007 Mirage. И в этом видео у нас обновленный гайд по применению вооружения на этом самолете. Я тут просто зашел глянуть Мираж и обнаружил то, что разба мы снова переделали логику работы с вооружением. Это в который раз уже. Нельзя просто так взять и сделать, чтобы все работало как положено с первого раза, не так ли? Ну да ладно, давайте быстренько пробежимся сейчас по изменениям, а также по применению вооружения на этом самолете, чтобы был актуальный гайд. И начнем с применения ракет Super 530D для ведения дальнего воздушного боя. Итак, что нас вообще может заинтересовать в настройках HOTAS для ведения дальнего воздушного боя? В первую очередь добавили команду TDC Depress для захвата воздушной цели на экране РЛС самолета. Кстати говоря, перемещение курсора осуществляется командами TDC вниз, влево, вправо и вверх, как, в общем-то, можно догадаться. Также добавили команду STT TVS Toggle, как можно догадаться, для переключения РЛС самолета между режимами Track While Scan и Range While Search. То есть, да, по умолчанию РЛС самолета работает в режиме Track While Scan, в котором цель не получает предупреждения о захвате, благодаря чему Мираж хоть кого-то может сбивать в онлайне. Но при необходимости вот этой вот командой можно переключиться на режим Range While Search и обратно. Захват радиолокационной станции сбрасывается командой Weapons System Command Depress. Ну а теперь давайте перейдем к практике. Включаю главный. Выбираю ракеты Super 530D для ведения дальнего воздушного боя. Оп, выбрал РЛС. В данный момент, как я говорил, находится по умолчанию в режиме Track While Scan PID, но мы можем переключить его в режим Range While Search. Оп, режим Range While Search — это PIC. Ну и давайте обратно переключимся в режим Track While Scan PID. Навожу курсор на цель и щелкаю TDC Depress, чтобы произвести захват. Для опознания захваченной цели нажимаем кнопку управления носовым колесом. Оп. И если в процессе опознания символ захваченной цели на РЛС никак не изменился, это означает то, что вы захватили неприятеля, и его можно атаковать. Но если вы захватили союзника и производите опознание нажатием кнопки управления носового колеса, то символ на экране РЛС имеет такой вид: ромбик посередине и дополнительные полоски по бокам от этого символа. Так что да, если вы провели опознание цели и увидели вот такой символ, это означает то, что вы захватили союзника и атаковать его нельзя, понятное дело. Ну да ладно, давайте продолжим. Напоминаю, что вот тут у нас отображена шкала дальности, отметка дальности пуска по прямолетящей цели и отметка дальности пуска по цели маневрирующей. Отключу автопилот. Тынь. И есть тут еще один интересный момент. Давайте поставлю паузу, чтобы о нем рассказать. И данный интересный момент заключается в том, что если вы сбросите захват с цели, ну или захват отвалится сам, то в таком случае на экране РЛС вместо цели появится желтая метка, которая будет отображать то, где бы цель находилась, если бы она двигалась с теми же параметрами высоты, скорости и направления. Я думаю, эту фичу покажу непосредственно после сбития неприятеля. Может, кому-то это интересным покажется. Кажется. Текс. Отметка дальности пуска по прямолетящей цели пройдена. Продолжаю сближение. Дальность пуска по маневрирующей цели есть. И пуск. Кнопку пуска нужно удерживать зажатой до схода ракеты. Ну и посмотрим, смогу я сбить неприятеля или нет. Цель поражена. Ну вот как-то так. И теперь видите, о чем я говорил. Цель сбита, но эта метка на экране РЛС продолжает движение, как если бы враг летел с той же скоростью и в том же направлении.
принципе, данная метка может дать какое-то представление о том, где находится неприятель, даже в случае срыва захвата РЛС. Но это, конечно, при условии, что враг будет двигаться в том же самом направлении и с той же самой скоростью, с которой он производил полет. Ну а чтобы убрать данную метку, просто щелкаем по тумблеру Theta Switch. Оп. И все. Просто решил вам рассказать про эту интересную функцию, ибо раньше ее не было. А еще я не помню, говорил я в своих прошлых гайдах по Миражу это или нет, но ракеты Super 530D, хоть и имеют полуактивную радиолокационную ГСН, пуск этих ракет можно производить и из режима Track While Scan. Просто когда вы зажимаете кнопку пуска, то РЛС самолета автоматически переходит в режим сопровождения одиночной цели Single Target Track. Но при этом подлет к неприятелю можно производить в режиме Track While Scan, да, не выдавая раньше времени свое местоположение. Ну а еще отдельного упоминания заслуживает тот факт, что если вы захватили цель и перешли в режим Single Target Track, то у вас будет показываться, какой именно самолет вы там захватили. Вот, смотрите, переключаюсь из режима Track While Scan в режим Single Target Track. И отображается то, что захвачено у меня сейчас Су-27. Что, в принципе, может быть довольно-таки полезным, особенно в офлайне, когда вам не нужно беспокоиться о том, что вы палитесь захватом, поскольку боты в любом случае знают, где вы находитесь. Об этой фиче на Мираже я вроде как тоже не говорил в своих прошлых гайдах, так что решил упомянуть. Ладно, давайте перейдем к ракетам Magic 2 для ближнего воздушного боя. И с ними на этом самолете, как обычно, все очень сложно, поскольку если мы щелкнем на кнопку выбора ракет Magic на панели управления вооружением, то ракеты не выбираются, как вы можете заметить. И данное вооружение можно выбрать только на ХОТАС самолета. В общем, смотрите, вооружение ближнего воздушного боя выбирается командами CNM на ХОТАС. Ракеты для ближнего воздушного боя выбираются нажатием CNM Magic. Для выбора ближнего воздушного боя пушкой используется команда CNM A-Gun. Ну а чтобы отменить выбор вооружения для ближнего воздушного боя и перейти в режим навигации, используется команда CNM Neutral. Когда у вас выбрано вооружение для ближнего воздушного боя, ракеты Magic или пушка командами Weapon System Command Forward и Weapon System Command Afterward можно переключать режимы для ближнего воздушного боя. Ну а команда Weapon System Command Depress служит для отключения режимов ближнего воздушного боя. Командой Magic Slave осуществляется привязка ракет Magic к цели, захваченной РЛС самолета. Ну а команда Magic Unlock, по сути дела, является командой Cage on Cage, служит для активации ГСН ракет Magic, и этой же командой можно сбросить захват Magic'ов при необходимости. Ну вот смотрите, нажимаю CNM Magic на ХОТАС, оп, и теперь ракеты Magic у меня выбраны как положено. Щелкаю CNM Gun, и выбирается режим ближнего воздушного боя пушкой. Ну а CNM Neutral, как я уже говорил, отменяет выбор вооружения ближнего воздушного боя и переводит нас обратно в режим навигации. Давайте снова выберу Magic'и на ХОТАС, и командой Weapon System Command Forward мы можем включить либо режим вертикального сканирования, либо строп. Ну а командой Weapon System Command Afterward включается горизонтальное сканирование. Ну а если нужно отключить режим ближнего воздушного боя, нажимаем Weapon System Command Depressed. Итак, для применения ракет Magic совместно с радиолокационной станцией самолета, естественно, сначала включаем главный, потом выбираем ракеты Magic на ХОТАС, нажатием команды CNM Magic. Оп, отлично. Теперь захватываем цель на экране РЛС. Навожу курсор на нее, щелкайте DC Depressed, захват есть, и продолжаю сближаться с целью. Щелкаем Magic Slave, чтобы навести ГСН ракеты на цель. Мигание кружка означает то, что ГСН ракеты цель захватить не может в данный момент, ввиду большой дистанции. Так, захват есть, дальность пуска по прямолетящей цели есть,
Дальность спуска по цели маневрирующей. Есть и впуск. Цель поражена. Вообще, применение ракет Magic совместно с режимом Track While Scan может быть очень эффективным, просто ввиду того, что в режиме Track While Scan цель не получает предупреждения о захвате, ну а при пуске ракет Magic неприятель не получает предупреждения о пуске, что и позволяет скрытно поражать супостата. В реалиях онлайн это очень даже актуально может быть. Ну а касательно применения Мэджика в ближнем воздушном бою, смотрите, в целью сошелся, щелкаю CNM Magic, чтобы выбрать ракеты для ближнего воздушного боя. Теперь нажимаю Weapon System Command Forward для выбора режима вертикального сканирования. Оп, есть захват, нажимаю Magic Slave и пуск. Цель поражена. Ну вот как-то так это и работает. В принципе, ВПУ на Мираже в ближнем воздушном бою применяется похожим образом. Так, схожусь с целью, щелкаю CNM A-Guns на Хатас, чтобы выбрать режим ближнего воздушного боя пушкой. Нажимаю Weapon System Command Forward для включения режима вертикального сканирования. Есть захват. Ну и теперь мне при помощи маневра самолета нужно поместить прицельную метку для стрельбы из пушки на самолет неприятеля. Давайте этим и займемся сейчас. Экс. Огонь! Пары попаданий было, но недостаточно, чтобы этот Су-27 сбить. Давайте продублируем. Огонь. И цель поражена. Ну вот как-то так. Ну и само собой, ракеты Magic можно применять и без захвата радиолокационной станции самолета. В режиме Фи-0, когда ракета направляется на цель при помощи маневра вашего самолета, после чего ГСН ракеты производит захват. Давайте щелкаю CNM Magic, чтобы выбрать ракеты для ближнего воздушного боя. После чего нажимаю Magic Unlock. И вот этой вот рамкой показывается зона, в которой ГСН ракеты Magic производит захват. Навожу данную рамку маневром самолета на цель. Magic осуществил захват. Пуск. И цель поражена. Ладненько, давайте перейдем к вооружению воздух-земля. И в этом плане забавный момент на Мираже заключается в том, что после выбора вооружения воздух-земля, режим воздух-земля не включается автоматически. Вот я выбрал бомбовые кассеты Белуга, но при этом режим воздух-земля не включился для применения этого вооружения, что может поставить в тупик. Ну и тут все дело в том, что после выбора соответствующего вооружения режим воздух-земля еще нужно активировать. Ну и осуществляется это при помощи нажатия команды Weapon System Command Forward на Хатас. Этой самой командой мы включали режим вертикального сканирования. Вот смотрите, бомбы Белуга у меня выбраны. Щелкаю Weapon System Command Forward. Оп. И режим воздух-земля активен. Вооружение можно применять. Щелкаю Weapon System Command Afterward. И режим воздух-земля отключается. Несмотря на то, что бомбовые кассеты Белуга до сих пор выбраны. Реально, включение-выключение режима воздух-земля на Мираже абсолютно неинтуитивно. Ладно, давайте снова включу режим воздух-земля нажатием Weapon System Command Forward. И, если вы вдруг забыли, активный режим ТАС означает то, что для вычисления наклонной дальности используется барометрический высотомер. Включение режима РС будет означать то, что для вычисления наклонной дальности будет использоваться РЛС самолета. Так что, по идее, использование режима РС должно повысить точность применения вооружения воздух-земля, особенно в каких-то горных условиях. Ну а режим ЗБ-1 как не работал, так и не работает до сих пор, да. Также при применении бомбового вооружения, напоминаю,
что обязательно вы должны включить взрыватель либо в детонацию с задержкой Red, либо в моментальную детонацию Inst. А еще добавили то, что теперь при применении бомбового вооружения обязательно нужно задавать длину очереди. То есть, если у вас выставлена длина очереди в ноль, то бомбы вы сбросить в принципе не сможете. И для одиночного сброса у вас должно стоять 0,1. Вот. Ну а теперь для применения бомбовых кассет «Белуга», которые, по сути дела, являются основным вооружением воздух-земля на этом самолете, давайте заходим в пикирование, помещаем линию сброса бомб на цель и ждем, пока прицельная метка сама доползет до цели. Вот она ползет, ползет. Сброс и вывожу. Вон БТР загорелся. Да, «Белуга» — это довольно-таки эффективное вооружение для поражения каких-то легко бронированных целей. Кстати, напоминаю, что баллистический вычислитель «Миража» может работать всего лишь с одним типом вооружения. Именно поэтому только один тип вооружения на него и можно подвешивать. Ну а если у вас есть необходимость пострелять из пушки по наземным целям, само собой у вас должен быть включен главный. Также должен быть включен тумблер пушки. Теперь нажимаем кнопку «КАС» для выбора встроенной пушечной установки. Ну и как обычно, нам нужно щелкнуть Weapon System Command Forward для активации режима воздух-земля. Также можем включить замер наклонной дальности РЛС самолета при необходимости. И ко всему прочему, у пушки есть возможность выбирать между медленным и высоким темпом стрельбы. По умолчанию стоит высокий темп стрельбы RAP, но можно переключиться и на медленный темп стрельбы LEN, который больше подходит для работы по наземным целям, чтобы снаряды при стрельбе медленнее расходовались. Заходим в пикирование на цель. Наводим прицельную метку на неприятеля. Шкала на прицельной метке будет уменьшаться при наклонной дальности меньше 2400 метров. Ну а половина шкалы — это 1200 метров. Шкала уменьшается, продолжаем пикирование. Огонь. Вывожу. А БТР загорелся. Вот тут показывается число оставшихся снарядов на ствол. На «Мираже» установлены две 30-миллиметровые пушки. И само собой, для отключения режима воздух-земля нажимаем Weapon System Command Afterward. Оп, отключил. Ну вот как-то так. На этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.